На видео ни Венеция и ни гондольеры. Просто куряне решили пересечь затопленную улицу Серегина, а единственным наиболее подходящим средством передвижения оказалась лодка. Устранять последствия непогоды вышли коммунальщики. На подмогу подоспели и неравнодушные куряне. Они прошлись по улицам Серегина, Гагарина и Энергетиков. Глубина здесь достигает аж 80 сантиметров. Почему здесь так происходит? Потому что магистральная труба, она забита, и, соответственно, большой поток воды не успевает уходить. Также из-за стихии в разных уголках города отключилась электроэнергия. В течение прошедших суток по территории Курской области прошел комплекс неблагоприятных метеорологических явлений, в результате которого произошло отключение от энергоснабжения 9 многоквартирных домов в городе Курске и 279 частных жилых домов в Курском районе. Также произошло подтопление придомовых территорий в переулке Малиновой города Курска. В настоящее время происходит по 10 заявкам откачка воды с придомовых территорий. В настоящее время ведутся работы по очистке ливневных канализаций от ила и грязи по улицам Заводская, Энгельса, Кулакова, Дзержинского, Сонина. А также ведутся работы по механизированной уборке проезжей части. Городские власти всерьез задумались о реконструкции ливневок. Сейчас этот вопрос обсуждают в профильных ведомствах. Что же касается дальнейшего прогноза скептиков, 2 августа ожидается дождь, а вот остальные дни пройдут без осадков. Надежда Польшкова, Владислав Соболев. События дня.